Итак, как же открыть ачивку Commitment в игре The Stanley Parable? Вот мы видим, она у нас сейчас не открыта. А для этого мы и делаем следующее. Вначале мы меняем дату на компьютере. Устанавливаем любой, насколько я понимаю, понедельник, например, 3 июля. Время выставляем, ну, типа там 23:58. Главное, что мы должны запустить игру до того, как наступит вторник. Отлично. Теперь ждем наступления вторника. Отлично, вторник у нас наступил. Теперь, не закрывая ничего, переводим компьютер в режим гибернации. Если у вас этого пункта нету, то ну, найдите любую инструкцию в интернете, как его включить. Так, переводим. Ждем, пока он полностью не выключится. Ну, вернее, не перейдет как раз-таки в режим гибернации. После этого мы включаем компьютер и заходим в BIOS. Отлично, зашли в BIOS. Меняем дату и время. Ставим, соответственно, эту же дату, то есть вторник. Но время ставим... ...23 часа. Ну и, не знаю, с запасом минут так, чтобы успел загрузиться компьютер и... ну и так далее, выйти из гибернации. Применяем. Установилось. И, соответственно, сохраняем изменения. Так, у нас все еще запущена игра. У нас все еще вторник. Да, и ждем 3 минуты до наступления среды. И достижение открыто. Вот и, собственно, все. Как раз в момент, когда у нас наступила среда. Можем выйти теперь из игры. И мы видим, что достижение открыто.